Приветствую вас, друзья! Я получила очередную посылку из тему и делаю распаковочку. Вот такой фартушек симпатичный. Когда заказывала себе фартушков всяких. Вот. Голубенький. Следующий сейчас будет вот какой. Какая прелесть! Какой симпатичненький фартушек. Тоже. Так, этот. Сделан очень аккуратненько. Как школьный фартук. По типу школьного фартука. Так, что еще есть? Еще один фартушек. И еще один фартушек. Смотрите, какой. Симпатичненький. Завязывается сзади. И тут. Тоже. С бантиками. Очень мне нравится. Так. Три фартушка. И дальше. Какая-то коробка. Сейчас посмотрим. Пока я так быстренько накидала на стол. Так как мне нужно идти, сейчас будет еще жарить рыбу. Хочу быстренько сделать распаковку. Так. Такой целлофан. Еле-еле. Прям крепкий. Не целлофан, а вот этот. Липучка вот эта, липучка. Что это такое, я сама уже не помню. А, это моя сковородочка пришла. Сковородочка. Хорошая сковородка, да. Сковородка хорошая. Неплохая. Вот так закручивается. Закручивается вот тут вот. Качество сковородки. Неплохое. Хорошее. Так. Пока ставлю. Это выбрасываем. Это все выбрасываем. Так. Следующая вещь. Из потайного мешочка. А следующая вещь. Это я взяла вот такой термос для заварки. Будем заваривать чаи для бани. Ну, не только для бани, конечно. Отличненько. Тут литр. Так.
Это тоже выкидываю. И следующее, что я купила. Сейчас покажу вам. Это я взяла для глаз такие patches. Это вот сюда, под глаза и на глаза. Масочки для век. У меня раньше были, я пользовалась, очень даже удобненькие. И следующая штуковина. Сейчас открою, посмотрю. Следующая штуковина. Да, кстати, вот эти тапки, которые на мне красные, я тоже взяла из Тиму. Очень удобные. Очень удобные. Так, и следующее, что я взяла. Сейчас я вам покажу. Сейчас я это все сделаю и покажу вам. Это массажер для подбородка. Я знаю, что даже многие девушки пользуются, на которых я подписана, гораздо младше меня. Я вообще ничем никогда в жизни не пользовалась. Ну и вот показываю. Вот такой купила. Массажер. И он имеет несколько скоростей и делает массаж. Так, это первое. Вернее, это не первое, это уже последнее. И что еще у меня здесь есть? А это пришел очень классный дезодорант. Это я взяла на Walmart онлайн. Это специальный крем, наносишь под мышки, он очень приятный. И вообще предохраняет от запаха пота. Сейчас я выключила массажер, чтобы он у меня не работал. И покажу вам. Вот этот стоит $10, но его надолго хватает, очень приятный запах. Вот и все. Напишу вам цены. И будем делать массажи. Всего хорошего. С вами была Жанна.